Ремонт областных дорог проходит на территории городского округа Серпухов. Всего на 2019 год в планах привести в порядок 11 региональных и межмуниципальных транспортных артерий. Сейчас работа идет на дороге Серпухов-Протвино. Здесь планируется отремонтировать участок протяженностью 5 километров до поворота на Дракино. Еще на прошлой неделе началась фрезеровка асфальта. Сегодня же рабочие укладывают новое полотно. На данный момент отфрезерована половина площади покрытия. И с сегодняшнего дня приступаем к укладке асфальтобетона. На объекте задействовано 8 единиц техники и 11 человек. Из 11 дорог, запланированных на текущий год, половина уже сделана. Так, например, новое асфальтовое покрытие уложено на 8-километровом участке дороги Липецы-Новоселки. Проезжая часть завершена и в Балково, сейчас там делают тротуар.